Здравствуйте. Факт смерти Евгения Пригожина подтвердили как российские средства массовой информации официальные, так и каналы, которые входили в группу близкую ЧВК «Вагнер» и в медиагруппу «Патриот». Теперь остается вопрос в том, какие последствия это повлечет, ну, по крайней мере, для российских элит. Потому что, как бы там ни было, но Пригожин был заметной фигурой в окружении Путина. Хоть и не входил ни в одну из башен Кремля. С другой стороны, как раз-таки процессы, которые проходят в окружении Путина, во многом могут дать ответ, а что же произошло. По крайней мере, натолкнусь на такой ответ. Поэтому я думаю, что будем начинать. В данном ролике сверху будут ссылочки на мое краткое объяснение по структуре российских элит. Ссылка на презентацию доклада, который делал в рамках работы в институте, как раз таки на ту же самую тему структура российских элит. И доклады по ЧВК. То есть смотрите, переходите по ссылкам, изучайте. Параллельно, ну, возможно, придете к каким-то своим выводам. А мы же теперь пойдем в сторону рассуждений о том, что это было. Итак, первое и ключевое, первый тезис. Выступал ли Пригожин против Путина? Очень важен для дальнейшего понимания. Не зря говорил о том, что стоит ознакомиться со структурой российских элит. Вокруг Путина есть условная башня Кремля, то есть группа влияния. Они неоднородны внутри них, как, например, в группе силовиков могут быть свои конфликты. Но как бы там ни было, это близкий круг. Часть которого входит в, скажем, число тех, кто сидит за одним столом с Путиным. Часть влияет на процесс. Пригожин не был членом ни одной из башен Кремля. Его функция так называемый порученец. То есть его вытягивали тогда, когда необходимы были какие-то услуги. Зачастую не слишком легальная, либо не слишком моральная. Когда необходимость в услугах пропадала, его задвигали назад. Но в начале войны против Украины Пригожин стал нужным, когда он создал фактически ЧВК «Вагнер» на базе разваливающегося ЧВК из Сирии, откуда появился и Уткин. А в 22 году необходимость возникла вновь. И на этом этапе бывший повар Путина, он же владелец там ольгинских троллей, решил, что стоит побороться за свое место под солнцем. Поэтому все его выпады в адрес армейского руководства, все его атаки на Шойгу и так далее, это не был бунт против системы. Если посмотреть условный российскую историю, это был бунт условного воеводы, уже не стрельца, но воеводы, против боярина. За то, чтобы самому стать боярином. Царь при этом, как арбитр, оставался сверху. И к царю апеллировали обе страны. Но у Пригожина, как говорится, не получилось. Эскалация в виде марша на Москву закончилась ничем. И его задвинули. Причем не убрали, потому что, еще раз, он нужен Кремлю. Та же самая Африка, ну плюс боярин любимый. И плюс боярин, который много чего знал. Его задвинули, и была определенная договоренность между Путиным и самим Евгением Пригожиным. То есть, насколько я понимаю, контуры – это неприкосновенность Пригожина и его ближайшего окружения в обмен на уменьшение медийного присутствия Вагнера, ну, вот коллективной группы Вагнер, в медиапространстве и уход с темы того, что в России называют специальной военной операцией. Но произошло немножко не так. Договоренности начали слегка нарушать обе стороны. Путин достаточно быстро провел зачистку силовиков, которые были близки к Пригожину, близки к структуре ЧВК «Вагнер». И генерал Суровикин тут, он тут не единственный, он просто наиболее яркий, наиболее известный. А с другой стороны, Евгений Пригожин начал появляться в прессе, начал мелькать и начал давать какие-то комментарии. Все бы было неплохо, но возникла еще одна зона турбулентности, либо зона проблем. Это так называемая монополия на внешнюю политику. Вспоминаем Африку, в которой группа Вагнера нужна. Но она до 23 года появлялась там, куда говорил Кремль. Да, она проводила автономную политику и так далее. Москва не сильно вмешивалась, нужен был результат. Но
самостоятельный вход, он был так крайне мал и на очень низком уровне. Сейчас мы имеем проблему с военным переворотом в Нигере. То есть местная военная захватившая власть не хотят уступать. Выводят людей, которые бегают с флагами России, одним словом, все прекрасно для России вроде бы, если бы не одно но. Государства, которые вокруг, которые вдруг объединились и решили, что старый президент более удобен. Ну, либо надо посадить президента своего, но никак не военных, которые сейчас правят. И загвоздка в том, что государства, которые вокруг, особенно Нигерия, не Нигер, а Нигерия, это два разных государства, кстати, подчеркиваю для некоторых, которые путали. А в Нигерии активно добывают нефть и газ, и структуры близкие с Роснефтью, Газпром и так далее и тому подобное. Ну и в странах региона тоже Россия сильно присутствует. Причем по чувствительным темам. Это редкоземельные металлы, там уран, титан и так далее. И вот лидеры этих стран, они, ну скажем так, намекнули России, что России стоит поставить в сторонке. Кремль кивнул. Но ЧВК Вагнер уже начал раскручивать и разворачивать свою инфраструктуру в Нигере. И получается, что монополия на внешнюю политику нет. То есть партнеры Путина и Лаврова из африканских стран говорят: ребята, вы осадите коней. А отдельно взятый товарищ в это же самое время активно начинает сотрудничать с хунтой. В мирное время, в другие годы, возможно, это бы закрыли глаза. Но не сейчас. Но тем не менее, Пригожин несколько сдал в медийной сфере, но тем не менее он мог как птица Феникс вновь появиться. И как раз таки это было связано с событиями на фронте. То есть да, для России сейчас главное удержать фронт как он есть. То есть о такой цели, если помните, когда-то говорили, уже после бегства из Херсона, что основная цель это освобождение, это, как они говорят, Донецкой и Луганской областей. Но вот с Донецкой как-то не сложилось, если помните. То есть потому что сам Бахмуту говорили, что берут для того, чтобы потом взять Славянск-Краматорск. Сейчас задача остаться там, где есть. То есть просто тупо удержать позиции. Но не всегда получается. И на этом фоне, если дальше будут либо поражения, либо просто отсутствие ярких каких-то побед и ярких страниц в том, что в Кремле называют СВО, возникает проблема восприятия. Для населения нужна яркая картинка, что Россия побеждает. Ну вот берем с 22 года, давайте ищем, какие яркие картинки есть. Захват значительной части Украины в начале 22 года, да, это было ярко. Но это очень быстро компенсировалось бегством из Киевской Черниговской областей, контрнаступлением Украины в Харьковской и бегством из Херсонской. И получается, что за последнее время единственным таким ярким событием стала медийная картинка, которую создал сам же Пригожин, в том числе раскручивая себя, это штурм Солидара и Бахмута. Откуда он ушел с высоко поднятой головой, по принципу, вот мы взяли, а дальше вооруженные силы Российской Федерации. А вооруженные силы Российской Федерации, как говорится, немножко обгадились. Начали ползти назад. Мы теперь представим, что в случае неудач на фронте, особенно если будут прорывы вооруженных сил Украины, для населения необходим какой-то символ, символ успешности. И вот с 22 года символ успешности только один. Пригожин и вагнеровцы. И вот эта проблема, то есть в таком случае для него, для возврата в российскую политику, достаточно было просто подождать. А дальше к нему сами прибегут и журналисты, и пресса, и любовь соотечественников. С точки зрения... И вот тут как раз таки вопрос о втором направлении, которое тоже Кремль несколько пугало. То есть Путину необходимо будет на следующем этапе, после президентских выборов, право радикальной имперской партии. Для того, чтобы направить в управляемое такое русло настроение радикальных имперцев, правых там российских фашистов, которые кричат про восстановление там великой страны от океана до океана и так далее и тому подобное. Такое уже было в российской истории. А начало нулевых, после Второй Чеченской войны, необходимо было канализировать настроение той же самой группы. Возникла партия, которая собиралась как коалиция, условно говоря, Ужа и Ежа, там были правые и левые, которая называлась «Партия Родина». Откуда вылез и товарищ Рогозин в публичное поле. Но про партию Родину сейчас не помним. А тем не менее, история этой партии и аккумулирование всех таких радикальных внесистемных голосов на выборах позволило спокойно провести и до конца реализовать договорняк Кремля с кланом Кадыровых. Кстати.
Без проблем. То есть, помните, протестов же не было, ничего. Им договорились. Все, все прошло окей. Потому что все недовольны шли в партию Родина. Там Рогозин говорил резкие слова, но больше ничего не делал. Да и резкие слова говорил какие-то не такие. В данном случае на фоне войны мы имеем большой символ, который в любом случае заскакивает куда-то рядом с этим политическим проектом. А МУК может и возглавить. И этот символ малоуправляемый. Другим таким символом был Стрелков, но его, в принципе, и закрыли, и достаточно быстро нейтрализовали. Тоже неприятно. И так, в результате получается, что на этом фоне через определенное время Пригожин как минимум мог войти в партийный проект, как максимум возобновить борьбу за статус условного боярина. То есть за то, чтобы стать частью одной из башен Кремля. Вероятнее всего, частью башни под названием силовики, то есть силовиков силового блока, взяв на себя кураторство созданием и развитием сети ЧВК в России. И в таком случае он бы становился по влиятельности человеком, равным руководителю ФСБ. Так, к слову, учитывая реальный потенциал. Опасно. И тем более что-то накладывалось на, ну как бы сказать, на внутренние процессы в окружении Путина. То есть да, есть несколько базовых групп, но они сейчас заняты своим. Они заняты переделом сфер влияния и внутренней войной. Особенно после того, как ему удалось в 22 году, ну, окончательно, как говорится, в порошок стереть еще одну группу, которая называлась «Остатки семьи Ельцина». То есть, по состоянию на сегодня, кратко, группа силовиков, ее разрывают внутренние споры, противоречия. То есть, там есть проблемы в отношениях армейских, даже с армейской разведкой, с ФСБ, со службой внешней разведки, отдельно стоит Росгвардия. Очень пошатнулись позиции Нарышкина-Болотова. Ну и на фоне всего этого позиция Патрушева, как общего куратора этой группы, тоже несколько, ну скажем так, ослабевала. Но силовики сдают позиции. У Роснефти глубочайший кризис в связи с потерей функционала. У Газпрома остается при своих. Чемезов пытается, условно говоря, сохранить свое положение. Это с группой ВПК. Но там тоже проблема, потому что война с 22 и особенно в 23 году показала, что нужны в том числе новые технологии, новые образцы вооружений. И на его поляну залазят, и люди Ростеха на его поляну залазят, и представители еще одной группы, которая называется группа технократов, группа Грефа Кириенко, которая, кстати, успела монополизировать вопросы кадровой политики. То есть не только контролируя большинство регионов, но и залазя в том числе в чужие сферы. Ну и наконец-таки вопросы поиска себя среди тяжеловесов, которые были вне башен. То есть тот же самый Собянин, который терял функционал смотрящего за российскими регионами. И на этом фоне претензии Пригожина на дополнительное усиление они могли внести еще один фактор дестабилизации всей системы. Смерть владельца ЧВК Вагнер тоже влияет. Но несколько по-другому. То есть, когда исчезает такая угроза, может активизироваться, вероятнее всего активизируется Патрушев, у которого появляется шанс усилиться. Используя внутренний ресурс того же самого ФСБ, того же самого Главного управления Генштаба, Росгвардии, у которых были свои претензии к Пригожину, те, кто его поддерживал, они начинают атаку, либо подтеснять Ковальчуков и Сечина. То есть это две группы, Роснефть и группа Ковальчуков, группа Банка России, которые Пригожина как раз таки поддерживали и во многом как ЧВКшника и создали. При этом это вот базовая линия войны. Вторая линия, что в этом раскладе активно будет бороться за свое Чемезов. Как я уже сказал, на его парафию залазят и товарищи из Роскосмоса, Рогозин тоже хочет стать фигурой первого порядка, и те же самые представители группы технократов, которые проталкивают своих людей в профильное министерство, департаменты, ведомства. Но с Роскосмосом как раз таки получилось просто прекрасно. Потому что коллапс российской лунной программы, то есть помним Луна-25, которая хряпнулась об Землю, случился за 2 дня до того, как на Луну успешно прилунился индийский модуль. То есть получилось, что Роскосмос продемонстрировал, что они проигрывают
в космической условно гонке не только уже США и Китайской Народной Республики, но теперь уже даже и индийцам. То есть это публичное унижение, ну, сильнее придумать сложно. Поэтому тут как раз-таки нейтрализация, а вот с технократами проблема. И они, и как раз-таки поэтому Чемезов, он будет наиболее активен в попытках сохраниться и немножечко усилиться за счет партнерских организаций с другими. И естественно, что он будет использовать усиление Патрушева, он будет использовать желание Собянина вернуть свое, но и тоже и в качестве точки для агрессии, либо в качестве объекта для агрессии группа Ковальчуков и Сещина. А также технократы. Слегка. Ну и наконец-таки на этом всем еще одно поле для борьбы – это наследие Пригожина. В России активно создаются частные военные компании. На момент, когда презентовал доклады, было 28, сейчас, насколько я понимаю, уже больше 32. И они активно работают. Группу Вагнера будут, ну если можно так сказать, дробить на части, где у каждой из подгрупп появятся свои кураторы. Естественно, что это лакомый пирог, за такой стоит побороться. Потому что вопрос не только в людях с автоматом, вопрос среди прочего и в месторождениях драгоценных металлов, редкоземельных элементов, да той же самой концессии по дереву в Центральной Африканской Республике и так далее, и тому подобное. И самое главное, выход на местный элит. Вот, поэтому в данном случае это тоже активизируется. И вот тут мы подходим к вопросу о растяжке Путина. Почему было принято решение убирать Пригожина, и это было все-таки российская операция или чужая? Ну давайте для начала. С точки зрения противников Российской Федерации и желающих ослабить РФ сегодня. Как я уже сказал, что на фоне войны Пригожин вот во внутреннем противостоянии башен Кремля он являлся раздражителем. Дополнительным фактором дестабилизации. Вот теперь представьте, у твоего противника внутри элит идут какие-то процессы и есть фактор дестабилизирующий ситуацию, то есть усугубляющий проблему. Ты будешь этот фактор устранять, либо ты будешь, как говорится, сидеть на берегу, возьмешь, закажешь себе кальян и с довольной улыбочкой смотреть. Вот примерно это, скажем так, то, что характеризирует, ну, например, позицию Украины, позицию части африканских государств, которые были не в восторге от Вагнера. То есть, да ради бога, пусть себе воюют. Да. Еще в феврале Украина, возможно, была бы заинтересована в устранении. Ближе к новому усилению, если бы Пригожин занял какую-то позицию, тоже. Сейчас, а зачем? В принципе, смысла нет. А вот для России смысл есть. И для России есть очень важный, ну скажем так, принцип, либо растяжка для Путина. В Российской Федерации не ново убивать своих. Вспомним авиакатастрофу Лебедя, там, и как несколько генералов там умирали от сердечных приступов. Якобы самоубийство чиновников высшего звена. Это происходит регулярно. Но кейс с Пригожиным, с одной стороны, для населения можно воспринимать как одно из. Но таки давайте вспомним, как российское население реагировало на попытки отравления оппонентов. Как смеялись новичка там, так далее и тому подобное. То есть никому в голову не приходило, что в принципе просто человека решили убить без суда. Не, ну он же как-то выступил против царя, заслужил. Поэтому в данном случае для большинства населения то же самое. Ну выступил против царя, заслужил. Но есть одно очень важное но. Минуточку. И в принципе можно воспринимать, что смерть вот таким образом, она является неким предупреждением другим представителям российских элит, что не стоит шантажировать. Потому что да, для Путина оставь Пригожина, как говорится, в живых, шантаж мог бы повториться, кстати. То есть тоже силовой, и это был бы плохой пример, что остальные тоже нахрапом могут попытаться получить свое, усилиться. Но с другой стороны, традиция убийств, она не распространяется вот как раз таки на ядро башен Кремля. Вот на условных топ-100 либо топ-200 персон.
Потому что в путинской России этих еще не убивали. Те, кто уровнем ниже, да, без сожаления, этих нет. И второе, что по отношению к этим людям Путин держал слово. За счет этого и он обеспечил свою власть. То есть сказал, сделал. И поэтому он был неким арбитром в войне вот между этими башнями Кремля, в войне между боярами. Пригожин не был боярином, но условным воеводой. Но воеводы из близкого круга. И таким образом получается, что для Путина, ну, выбор, вот если перефразировать, убить нельзя, казнить нельзя помиловать, тут убить нельзя помиловать. Где? Живой Пригожин – это угроза дестабилизации системы изнутри. Убитый, казненный Пригожин – тоже угроза дестабилизации, потому что получается, что царь нарушает свое слово, и царь начинает убивать ближнее окружение. То есть идеалом для Российской Федерации была бы тихая смерть, либо героическая гибель в каком-то бою в Африке. Но, во-первых, Пригожин не глупый, поэтому тихая смерть была маловероятна. А во-вторых, с точки зрения боев в Африке, ну, он тоже не лез на рожон и не ходил на штурм. Таким образом, организация более сложной комбинации, но она требовала времени. А тут события на фронте, а тут внутренний процесс. Поэтому надо было спешить. И Путин решил выбрать, вероятнее всего, либо Путин, либо кто-то из его окружения, решил выбрать наиболее простой вариант, то есть, ну, убить так убить. Потому что времени для подготовки мирной кончины не было. И таким образом было нарушено правило не убивать людей из близкого круга. И нарушено слово, ведь он гарантировал неприкосновенность Пригожина. Да, я помню, что Лукашенко тоже говорил, что я гарантирую, но вопрос, что он лишь повторял. То есть об этой персоне поговорим сегодня вечером на стриме. Но для Путина, для вот как раз таки узкого круга, это тоже нарушение слова Путина. И вот тут как раз таки возникают очень интересные вопросы на будущее. Потому что после смерти Пригожина на начальном этапе Путин очень сильно усиливается. То есть для многих представителей российской элиты начинает работать такой механизм, как чувство страха. И таким образом он спокойно проходит ближайшую электоральную кампанию. Но царь нарушил свое слово. Да, да, данное не боярину, а кому-то из все-таки близкого круга. И я приведу еще один пример слова царя. Точнее фамилию. Кадыровы. Я хочу напомнить, что и Кадыров-старший, и Кадыров-младший, они получили Чечню в рамках, ну, условно говоря, такого неформальной договоренности с Кремлем. Неформальная договоренность с Пригожиным закончилась плачевно. Как вы думаете, страшно ли сейчас Кадыров? Задумывается ли он? Ведь было слово Путина, которому можно было доверять, если ты дорос до определенного уровня. А сейчас этого нету. А кроме того, вопрос убийства близкого круга, но он нервирует многих. То есть это все не разрушает систему одномоментно. Боярского бунта не будет, в принципе. Но, причем в краткосрочной перспективе, даже, как я уже сказал, может привести к усилению Путина. Но, с другой стороны, теперь каждый из башен Кремля будет активно создавать собственный силовой блок. Как люди с автоматом, так и люди думают, то есть разведка, контрразведка и так далее. И будет активно бороться за наследие ЧВК «Вагнер». Для того, чтобы иметь в том числе определенный свой ресурс на всякий случай. Далее, говоря о ресурсах. В докладе по российским элитам я обращал внимание на то, что ни одна из группировок не имеет полного набора ресурсов, которые достаточно для перехвата власти единолично. В ближайшие несколько лет каждая из шести групп влияния будет заниматься тем, чтобы максимально накопить нужные ресурсы. То есть это кадры, деньги, люди, влияние, система образования, медиа и так далее. То есть у кого чего не хватает, тот пойдет в эту сферу. Порученцы, как и был Пригожин вот в неформальной этой схеме, и каким есть Кадыров, каким есть Нечаев. Они, естественно, попытаются усилиться, потому что они увидят, что порученцев можно мочить. А это, значит, дополнительный контур внутри элитной борьбы. Ну и, наконец-таки, силовой блок на фоне устранения Пригожина будет пытаться демонстрировать свою эффективность, в первую очередь армейцы. Им это надо на фронте. Это значит, что будут грести потихонечку. Тут вопрос не только зэков, как я уже говорил, и либо людей, находящихся в СИЗО, тех же самых мигрантов. Про что уж закон необходимо принят, но сейчас, насколько я понимаю, начнут именно забирать массово. Для того, чтобы
ну, попытаться мясом завалить Украину и удержать каким-то образом теперешнюю линию фронта. Но на, до выборов Путина фактора, факторы, ни один из перечисленных факторов не будет работать как дестабилизирующий. Еще раз, тактически Путин усиливает свою позицию. Но в случае поражения Украины, вот вероятность поиска нового Путина, нового арбитра элитами, она усиливается. То есть, если раньше были какие-то более-менее адекватные шансы, что этот старичок устоит, ну, сейчас в случае поражения ему будет очень сложно. При этом растет взаимное недоверие между башнями Кремля. Они накапливают ресурсную базу самостоятельно, что исключает необходимость формирования коалиции. И это значит, что новый виток борьбы за власть в России будет ой какой веселый и динамичный. И битвы за престол будут очень и очень ожесточены. На этой оптимистичной ноте я буду заканчивать. Традиционно для моих видео, не верьте ни одному моему слову, проверяйте каждый тезис. Вы можете соглашаться, либо не соглашаться с ними, но верить на слово нельзя ни одной говорящей голове. Потому что в таком случае вы уподобляетесь животным. А я хочу, чтобы моя аудитория стала из живых, думающих, умеющих принимать решения за себя людей. Поэтому не верьте, еще раз, соглашаться, не соглашаться, но... Ни в коем случае не верьте. Приходите, думайте своей головой. Поддерживайте канал. Подписка на Патреоне. Кстати, подписчики на Патреоне могут прочитать полную текстовую версию данного ролика. Чуть больше, чем я сказал сейчас. Поддерживайте подписку на Ютубе. По влиянию на Беларусь мы поговорим сегодня вечером на стриме в 21 приглашаю. В остальном радости, счастья, удачи. И мирного неба над головой. Всего вам наилучшего.